А так таковой, этот Николай Мазука, конечно, ну, он старается, чтобы тоже по-своему развитие там шаманизма. Но у него направление не такое развитие. А у него этот 13-й зов, этот обряд, это привлечение деньги. Те люди, которые были там, у них он брал много денег. Бедных людей издирать, чтобы опять хочет сюда приехать. Понимаете? Это же бизнес у него.